Здравствуйте, друзья! Закончилось лето, но зато сезон помидоров в полном разгаре. Предлагаю вам приготовить вместе со мной потрясающий рецепт помидоров. Лично мы готовим его очень часто, потому как это блюдо не долетает до стола. Итак, нам понадобятся сами помидоры, желательно сливовых или пальчиковых сортов, поплотнее. Один перчик, пучок свежего укропа. Перец чистим, моем и помещаем в чашу комбайна. Добавляем 4 средних зубчика чеснока. Все измельчаем в кашицу. Вот такая вот кашица у нас получается. Перекладываю ее в большую чашку. Сюда же добавляю 4 столовые ложки растительного масла без запаха. Добавляю пол чайной ложки черного молотого перчика. Пол чайной ложки красной паприки. И 2 чайные ложки без верха сахарного песка. Как следует все перемешиваю. У нас с вами получился очень вкусный соус для томатов. Сами томаты разрезаю на узкие дольки. Еще измельчаю крошкой пучок укропа. Итак, помидоры перекладываю в чашку прямо в соус. Сверху высыпаю укроп. И теперь наш салат остается только как следует перемешать. Но это еще не все. Салат необходимо затянуть пищевой пленкой, либо закрыть крышкой и поставить на пару часиков в холодильник для настаивания. Салатик наш готов. Можно лакомиться. Очень вкусно к шашлыку, к горячей отварной картошечке или просто как самостоятельное блюдо. Обязательно приготовьте, вам очень понравится. Поделитесь этим видео с друзьями, поставьте пальчик вверх. И не забывайте, пожалуйста, смотреть мой плейлист про консервирование, соление, маринование и заморозку продуктов впрок. Всего вам хорошего. До новых встреч!